Итак, ребят, смотрите, я являюсь дизайнером этой халупы. Смотрите, значит, на строительство этого дома ушло... Салонка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и трансвертов эфир. А также на эту достройку, значит, ушло дохуя бревен, дохуя дерева и дохуя топоров. Да. Ну, значит, теперь, когда мы оккупировали все это, значит, заходим внутрь, чтобы продемонстрировать нашу халупу. К нам в дом просто пытаются проникнуть всякие нежеланные объекты. И я уже занимаюсь этим, обустраиваю здесь, вот, смотрю. Во-первых, я поставил железную дверь, в чем мне помог наш Игорь. Ну, значит, с такими людьми мы вот что делаем. Пошел вон. Они обычно, когда заходят, они сюда заходят, чтобы поставить. Поэтому вот для них и есть, типа, вот такая вот кровать. Говно! Кстати, хочешь прикол тебе скажу? Но. Этот дебил все еще там. Пускай он сгорит заживо. Стасян! Живи! Стасян там такой стоит, такой. Ну да. Стасян горит! Пускай загорит. Стасян! Капец. Ай! Не в мои кусты же! Давай, чел! Это была ушка Джокера. Я понял, что зомби мне плевать, тут подвисло у меня опять. Сундук не хочет открываться. Понятно. О! Карта сокровищ. Прикинь. Прикинул. Пришлось. Хочешь шарнуть? Ну. Она пустая. Я тут сейчас говорю с Андерменом. Что с картой, не могу понять? Почему она? А где она? Он испарился. Халяус пидорус, мне просто так это... Ты чё? Фак. Иди помогай. Так, я защиту деть. Хера себе. Отходи. Тут с трезубцем. Я его убил. Я тебя понял. Да ну чё, как, короче, курица. Это не курица, это ракушка. Да? Да, какая курица? А, ну да. Он тебя курица бьет, думаешь? Так, погружение с головой. Не с лопатов. Вот что у тебя была бы дверь! Ты меня подпер! Я не могу выйти! Вот сундук, вылезаем. Мы сейчас находимся в левом верхнем углу. Поплыли в ту сторону. A few moments later. И вперед тупо. Ах, серьезно, мы тут. Это печально. Бля, как. О! Я его не могу открыть почему-то. Я такая же херня.
открылся только когда я уже собирался выплывать, чтобы... Я тоже! В итоге, сейчас мы сдохнем. Блин, сейчас кажется, сдохнем. Чувак, то это вообще-то была карта клада какого-то. Вот карта клада, давай. Хотя мне кажется, что он ведет опять туда. Так. Это какая-то новая, походу. Давай. Ну. Ага. Вроде новая. О, нашел! Так, что дальше? Да. Я не знаю, что дальше. Предлагаю пройти Майнкрафт. Шахту иди! Алмазы! Алмазы? Прям так жестко закапано. Игорь, подожди. Не копай под собой, не копай. Сейчас я блок поставлю, подожди. Знаешь, какое-то... Давай, вот. Игорь, посмотри просто, какой бустик под тобой подстроил. Он под спидами этот пиздец. Я, понимаешь, я решил его лам, и он теперь бегает по кругу тут и не понимает, что делать. Я хочу поспорить. Где он? О! Он отправился вслед за ламами. И же... Леон проснулся! А он слег снова лег. Прикинь, если зомби, такой возьмут, зайдет, короче, бежут, и просто рядом с ними возьмут и... Выкинь на них ягоды, говорю тебе. Я же сказал, они, знаешь, они наелись и спят. Наелись и спят. Замуровали демоны. Сейчас, подожди, надо кое-что сделать. Прощальные слова. Лучник был самым адекватным в этой деревне. Он делал мне скидки, я с ним общался, я даже его прокачал. А с фермера... Она фермера, да. Четное количество. Черт. Кайн не покоится с ним. Чистого динамита. Ну шо ж, братан. Пришло время идти за волками. Это да. Седваем... Седваем нашего... Абдува. Кокёйна. И помчали. As all the stardust comes together, it has been summoned from 100 years of slumbering. These men are bravely facing onward, furious against the sands of time along their journey. Entangled like a chain, their wine karma has become intertwined. Вот наш конь. Вот мой конь! Бежим, Абду! Я не знаю, где Кокёйн, но бежим! А где Кокёйн? Стоп! Кстати, я тут пока что убиваю всех жителей. Что такое? Я нашел остатки Кокёйна. В смысле остатки? Ну иди сюда, ты поймешь меня. Кокёйн! У меня теперь только тебе один вопрос. Нахер ты тут все спалил, сжег, взорвал, убил всех? Знаешь, Игорь, в этой жизни есть много чего очень сильно жестокого. Знаешь, я пережил многое, многие утраты. Но когда, сука, они убили, блять, Кокёйна, сука, Кокёйна, я не выдержал.
ой. Зато Абдул выжил. Абдул! Где ты, Абдул? Не надо! Не трогай моего Абдул! Я из него колбасу сделаю. Абдул! Нет! Я пошутил. Кстати, а по карте где мы находимся? Абдул! Не надо, на Абдуле я! Абдул, на Абдуле я! Я на Абдуле! Джотаро на Абдуле. Это закрыть. Вообще, я должен быть тогда со скином Джозефа. Я сожгу здесь все просто. Бью каждого! Собачку только... Только собачек не трогай. Так. Где еще одна? Успокой... Ой, ты собаку! Ах ты суп! Абдул! Абдул, нет! Абдул! Цыгане выкрали коня, що це за хуйня? Вчора був він тут, а тепер його нема. Та немає грош, а це же був мій Порш. Я вот не пойму, где ты спавнишься? Так вот. Ты конченый? Ты хочешь меня без спам сломать? Да я тебя все равно, брат, не топихну. Ну и шо, где там появился? А, все-таки вот этот вот спам, подожди. Где там вот так? Ну что ты делаешь, блядь? Я уже успокоился. Ну ладно, хорошо. А, у тебя тоже спаун, да, там? Да. Нам пизда. В смысле нам пизда, подожди. У меня спауна там нету. Ну-ка, подожди. Ты координаты дома помнишь? Нет, а ты? Тоже. И мы закончим на том, что мы остались без хаты, без собак, без ресурсов, бомжами. Это все ты, блядь. Я кровать сломал. Я кровать сломал. Да. Ага. Я кровать сломал, да? Успокойся. Петух. И улетел в геймоде. Вот я же в геймоде. Значит, после того, как мы за тебя такого пидора, значит, появились хуй знает где. Ну вот, значит, смотри. Была, значит, здесь база долбанных этих вот разбойников. Рейдер. Значит, беру я такой. Беру свой волшебный топорик. И бегу на них, значит, с криком я вас всех сейчас выебу. Ну и, короче, я, конечно, такой вот мастер. Беру и для всех просто хуяк, блядь, как тебе поебал уголка, потом так же емся. Да сука, ёбаный рот, блядь, что происходит, блядь? Да, снимай. Так, ну и короче, есть у тебя какие-то вопросы ко мне еще? По поводу того, где я там просто мочил. Сложно было. Ты вообще на изи справился. В одиночку, потому что ты чмок тупой, которого мне не помогало. Сука, черти, блядь, достали, блядь! Вопрос такой, сколько ты все вот это вот... Дождик. Сколько ты вот в это все вот это вот строил? Ну, на это ушло... Ну, где-то... Ну, я бы сказал, вроде как один, два дня. Ну, в принципе, было не очень сложно. Мне почти никто не мешал. Даже вот фантомы, когда прилетали, я просто взял топор свой. Просто надавал им под пизде просто. Бля, я падаю! Ну так вот, значит. Кстати, хочу подметить, за то время, когда, пока я строил, значит, здесь проходило до хера рейдинг, даже забираясь как-то на нашу хапу. Подожди-ка. Здесь есть коробка.
Мое мясо! Сука, стой! Может, убьем его, чтобы он не мучился? Ну ладно, сейчас подплывем к нему и убьем. Потому что стрелы вообще нет. Баннер! Там баннер был. Подожди. Как там жители поживают. Слишком много решил забрать. Прям. Погодите. Да, он давай где тут? Какого хуя? Ты че его съел? Джонни. Он его съел, походу. Ах ты, сука! А! Не было прям сложно. Где шизоид? О, шизоид. Опять ты подводишь? Ты. Заебал, блин, сам не видишь, что я бегу. Да я стреляю в него, я уже в него стрелу одну выпустил, в этот подбегает такой, о, шизоид! Дай-ка я еще, дай-ка я с ним сольюсь. Будем вместе шизоидами. О, шизоид. Где шизоид? Шизоид! А ты что делаешь? У меня там шизоид был. Он, блядь, был с другой стороны. Ёбак, блядь, я теперь до него доберусь. Ты мой шизоид. Ты бесит моего шизоид, заебал. Шизоид, блядь. Ты охерел. О, шизоид! У нас на крыше шизоид! В смысле? В коромысле! Нас... Иди сюда! Я знал, то, что... Я знал то, что они прокуристы, слушай. У тебя есть стрелы? Да. Дай мне одну. Я собью эту пташку. Это случайно не он? Это он! Вон он, смотри. Шизоид! Блять, промазал. Блять, промазал. Дай стрелу. Он к нам бежит. В смысле, да? Опыт! Блять. Опыт.